Это Creona, Mitsubishi Space Runner, Mitsubishi RVR, уже 98-99-2000 года. Рестайлинговые крылья вот есть в наличии у меня. Правое крыло. Посмотрите. Такое ли крыло у вас на вашей машине или не такое? Сопоставьте, сравните. По крылу наблюдается большое количество царапин. Эти крылья у нас друг с другом лежат, друг друга царапают. Поэтому это вот неизбежно для этого крыла. В общем, сейчас я покажу вот общий план. Общим планом это крыло, после чего посмотрим внутреннюю часть арки, посмотрим. Давайте арки посмотрим. Вот здесь вот есть ржавчина. Где поворотник, вот где-то вот где бампер, здесь все соединяется, вот здесь вот есть ржавчина. Хороший. 272.